Поэтому вот на этой картиночке, коль скоро мы говорим о безопасности, надо говорить об опасностях. И вот когда вы почитаете наши всякие доктрины, разработанные нашими политологами и социологами в Москве, значит, там четкой классификации нет, там каша, каша. И в основном все сводится под безопасностью, понимают вот то, что стреляют, убивают и так далее. Стали немножко сейчас подниматься, вот стали признавать, что алкоголь это опасен, там еще чего-то. Стали говорить о продовольственной безопасности. Но о информационной безопасности, и чем выше туда, под информацией, под информационной безопасностью понимаются технические средства, ну, проникновение в компьютер, чтобы у тебя там в банке не сняли, сколько у тебя там, значит, в компьютере записано богатство, которое ты там накопил в долларах, или там раскрыть твою систему, значит, опять-таки. То есть информационная безопасность – это все, что связано с информационными технологиями и представление информации на технических средствах. А содержательной стороне информации там речи нигде нет. Значит, о безопасности от этих бездумных средств массовой информации, что они там выплескивают, реклама и так далее. То есть содержательная сторона, наделенная мерой.